Ну что ж, вот такая картина разворачивается вокруг кандидатов на пост министра промышленности Бурятии. Давайте услышим мнение эксперта, который имеет самое непосредственное отношение к отрасли. Сегодня у нас в гостях Николай Зайцев, директор Союза промышленников Бурятии. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Юля. Скажите, пожалуйста, многие говорят о том, что Алексей Мишенин – ставленник министра промышленности и торговли России. Так ли это и какие плюсы? Если это так, это несет для республики. Ну, слово «ставленник» здесь не подходит никак, потому что он проходит у нас определенный конкурс. Общественность смотрит, значит, 5 кандидатов баллотируются на данную должность. И из 5 кандидатов осталось вот на сегодняшний день Мишенин и Оловянников. Поэтому, как вы сказали, что ставленник, так назвать его, конечно, протеже, хорошо. Нельзя. Но я думаю, что он в курсе, что Мишенин пошел кандидатом на должность министра у нас в Бурятии. Потому что он имеет непосредственное отношение к промышленности, нашей бурятской промышленности, потому что был когда-то заместителем директора авиационного завода. И я думаю, что ему не безразлично, кто у нас будет руководить промышленностью. А по поводу Оловянникова, все-таки местный, знает больше проблемы, наверное, республики, промышленности республики. Ну, здесь, я думаю, больше нужен человек, который не то что знает он проблемы. Проблемы, они везде, почти везде одинаковые. А здесь, я думаю, нужен человек, который знает отношения в верхних кругах власти, то есть на федеральном уровне, в том же Министерстве промышленности России, ну и в правительстве России. То есть общается в нужных кругах, да, вы хотите, да, сказать? Да. Хорошо, такой вопрос. Недавно РБК опубликовала бухгалтерию авиаремонтного завода Новосибирского, где указано, что доходы во время правления руководства Алексея Мишенина упали в 26 раз. Нужен ли нам такой министр? Ну, я в курсе такой публикации. Во-первых, 2014 год Мишенин не работал на этом заводе. В это время он уже работал в холдинге «Вертолеты России». Это одно и то же практически, да? Ну, он работал в Москве, не в Новосибирске, авиационный завод в Новосибирске. И, насколько я знаю, значит, новосибирский завод, как бы он на сегодняшний день не находится в отстающих, скорее всего, это просто мое личное мнение, в 2014 году был какой-то промышленный ход у завода. Скорее всего, они, наверное, в 2014 году производили перевооружение. Скажите, пожалуйста, что у нас сейчас происходит в республике с промышленностью, например, в частности, со Стальмостом? Говорят, что рыдовский захват. Кто захватывает? Ну, были такие моменты со стороны иркутского предприятия одного, значит, и их действия показались нашему директору «Стальмоста» Анатолию Александровичу довольно-таки неприятными, ну, да, неприятными. Значит, на что он среагировал вот именно таким вот образом. Ну, рейдерские, не рейдерские, значит, насколько это подходит. Но, во всяком случае, они хотели активы нашего предприятия взять, ну, будем так говорить, что даром, зная положение нашего предприятия. Как в такой ситуации вы, как Союз промышленников, помогаете? Ну, во-первых, не только мы, и правительство нашей республики. Ну, вот ваша сторона непосредственно части какой-то. И министерство, значит, ну, как психологически, так и, значит, во-первых, и президент Союза промышленников Белых Леонид Яковлевич, значит, и другие руководители предприятий, значит, помогали. Какими действиями, как помогали? Ну, во-первых, в Москву выезжали, угу,
в то же Министерство промышленности и торговли, в правительство. Значит, Шувалов, вот сюда он приезжал, туда ездили, значит. Вопросы решали по финансам и по загрузке самого предприятия. И на сегодняшний день... Что на сегодня, да, какая на сегодняшний день, хотя и ситуация еще продолжает быть сложной, но, во всяком случае, есть неплохие перспективы. Ладно, спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Николай Зайцев, председатель Союза промышленников Бурятии. Ну, мы продолжаем.